Здравствуйте, сегодня день рождения нашей общей подруги Ирены Филипповой. Скажите несколько слов о ней, как вы ее любите. Ирену люблю очень-очень всем сердцем. Считаю, что это одна из самых красивых, самых талантливых, самых харизматичных женщин Москвы. А представьтесь, пожалуйста, я забыл вас попросить представиться. Меня зовут Снежана, арт-директор BlackBerry Cafe. Просто близко. А, это где картины выставляют? Да. Я там бывал. Приходите почаще. Скажите, вот и Ирена как бы мотор светской жизни Москвы. И волей-неволей все мы попадаем в ее обаяние, в ее движение. Вот как часто вы сами звоните ей? Вы знаете, мы общаемся очень часто, потому что Ирена, прежде всего, в данный момент, помимо всех ее регалий, она еще очень известный блогер. Это человек, который ведет очень активную светскую жизнь и активно сотрудничает, общается с людьми в интернете. Поэтому связь регулярная, постоянная. То есть ее обаяние помогает и вашему бизнесу? Безусловно. Без Ирены никуда. Иреночка, с днем рождения. Всего самого-самого хорошего. Спасибо большое.